проходим из люка. Мейсон, это Хадсон. Где тебя черти носят? Хадсон! У нас есть точные данные о местоположении объекта Лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их. Поехали. Взять его. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. Позвони своему командиру. Опусти задницу в кресло. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Лжепророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект Лжепророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задница, такой ценный груз. Цель Nexus? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Слишком много времени теряю. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Долбанный Кравченко, помнишь, что он сказал в Афганистане?
Что-то неладное тут творится, Вудс. Задание — простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьего не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Эй, Фрэнк. Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. Эти твари с гражданскими обращаются не лучше, чем в Никарагуа. Они обдолбаны по самые уши. Вали их. Я займусь мусором. Ну давайте, долбана, в ту сторону. Сдохни, американец! Валите отсюда! Идите по домам и сидите там! Мейсон, ценный груз все еще у тебя? Так точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Трущобы — зона боевых действий. Я вправе защищаться. Дайте мне оружие. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Ты что делаешь? Ты просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех вас лучше, чтобы тебя никто не узнал. А теперь пошел. Вот, займи позицию. Я прослежу за Нарьегой. Войска США прорываются в город. Вторжение полным ходом. Идем на север. Следи за своими гражданскими. Везде пехота. Оставаться в укрытии. Выбирай маршрут сам. Если разбудимся, не волнуйся. Я за Нарьегой. Выходи по сигналу. На балконе. Справа. У них на балконе тяжелый пулемет. Yeah.
Ванько! Теперь куда ты? Надо пройти через парк в центре города. Парк находится справа. Впереди наши! Не стрелять! Даже не шевелись, кусок говна! Через здание больницы. Давай, Мейсон, как же меня достал этот мудозвон? Он погиб как солдат. Только не говори, что его убил этот сраный жертрест. Только не это! Нориега. Нет, пацан. Мы все пешки.